Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня играем на проекте Родин Ролеплей, Центральный округ. Мне здесь Кирюха Полканов. Не забывайте видеть по ним по регистрации. Также можете увидеть по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Ну а сегодня у нас будет новое интересное видео, в котором мы будем следить за лидерами фракций. Будем смотреть, чем они занимаются в этот чудесный воскресный день. С вас обязательно лайк и подписка на канал, если вы вдруг не подписаны. Потому что я думаю, видосик будет интересный, потому что сегодня у нас будет такие, знаете, один путь. Последим за лидерами, посмотрим, кто они, что они делают там и так далее. Мне кажется, это будет очень интересно, поэтому, повторюсь, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Так, пишем команду вот такую, для Others, вот такая вот команда. И сейчас в сети у нас 4 лидера разных фракций. Это тюрьма строгого режима, больница Арзамаса, ФСБ и радиостанция Лыткарина. Именно за этими людьми мы сегодня будем следить. Первый у нас человек, это тюрьма строгого режима, ID 370. Так, Валера Север у нас получается, у нас начальник колонии, то есть лидер данной фракции. Тюрьма строгого режима, все дела. У него в руках фотоаппарат, и он куда-то бежит, возможно, фоткать что-то, делать какую-то РПшку. Давайте посидим, кстати, реально интересно. Чем же у нас будет сейчас заниматься лидер? Так, он там что-то говорит своим подчиненным. Но, к сожалению, бандикам у меня не записывает звук, поэтому мы не сможем, наверное, послушать, чем они вообще занимаются. Но, походу, у них будет какая-то РПшка, либо им нужно что-то сделать для отчета. Я почему-то так думаю. Да, как я думал, у них будет какая-то РПшка, потому что к ним еще телепортировался администратор Диего. И поэтому, скорее всего, у них будет просто какая-то РПшка. Им нужно сделать отчет какой-то. Ну, я так думаю. Ваши догадки вы можете оставить в комментариях. Давайте посмотрим, кстати, статистику лидера. Так, статистика лидера. Работа, безработный. Организация, тюрьма строгого режима. Должность, начальник тюрьмы, 10 ранг. Супруги нету, 4 машины у него есть. Ну и у него есть 24 миллиона на руках. Уровень у него 36. Маркус Сальваторе, давайте за ним посмотрим, 257 ID. Так, это у нас получается лидер больницы. Давайте посмотрим его статистику вообще, что он из себя представляет. Начинающий фермер, у него работа, больница Арзамаса, главврач. У него 25 уровень и есть одна машина. Ну, такой скромный, знаете, лидер такой скромненький. Одна есть машина у него, в принципе, и больше ничего. Я не знаю, чем он занимается. Возможно, он проводит собеседование. Куда можно припарковать автомобиль? Давайте покажу. Так, сейчас он покажет, куда ему можно припарковать свой автомобиль. Ага, вон там, да? Ну, было бы на самом деле лучше, если бы возле того гаража сбоку парковали машины. Это было бы более разумно, мне кажется. Потому что, ну, там находится парковка больницы, то есть там кареты скорой помощи находятся. И рядом сотрудники могли бы парковать свои машины. А так возле входа прям парковать рядом, мне кажется, ну, это немножко глупо. Поэтому я бы на месте лидера немножко передумал бы с местом парковки автомобилей. Следующий лидер у нас ФСБ, да, 378. Так, ого, это уже интересно, пацаны. Это реально лидер ФСБ. Да, Артём, вот. Но он, походу, в маскировке какой-то, потому что у него одежда вообще не соответствует тому, кем он является. Давайте посмотрим статистику аккаунта, чисто для интереса. У него есть 3 автомобиля, работа водитель автобуса, организация ФСБ, директор ФСБ, 10 уровень, наличные 60 миллионов. Это самый пока что богатый лидер, которого мы, в принципе, видели. Давайте за ним посидим, чем вообще он будет заниматься, куда он едет. Я не помню, где находится именно база ФСБ, но явно не в этой стране, куда он собрался ехать. Это, наверное, самая интересная фракция, которая может просто быть на проекте. Но все-таки ФСБ это начальник всех ППС, там, ДПС и так далее, поэтому, мне кажется, ФСБ это самая интересная фракция. Ну, интересно, пацаны, понаблюдать на самом деле за лидерами, потому что я это вообще не часто делаю. Жалко, вам не слышно реально то, что не говорят, потому что у меня бандикам не записывают. Я не знаю почему. Я мог бы через видео записывать, но через видео плохое разрешение, потом видео приходится монтировать по 5-10 часов, потому что пока оно все обработается, сделается нормальное разрешение, это очень долго, поэтому приходится снимать вот таким вот образом. Ну и последний лидер на сегодня, это лидер радиостанции. Давайте посмотрим сразу же его статистику. 127-й. Водитель автобуса работы, радиостанция Лыткарина. А есть еще другая радиостанция, наверное, да? Генеральный директор, 10-й ранг у него. Имущество у него скромное. Есть 2 машины, это Дюна и вертолет Робинсон R22. Ну а так в целом лидер у нас просто стоит на месте, да? Ну хотя, по сути, вот ТРК, знаете, это для меня скучно, наверное, фракция, потому что редактировать объявления, либо приезжать, снимать какие-то новости, там,
ограбление, либо захват заложников. Даже в ФСБ интерьер намного хуже, чем у них в ТРК. Реально у них как-то все здесь дорого-богато выглядит. А, понятно. Лидер у нас сидит в Деморгале. Я понял. Так, дальнобойщик, русская мафия, директор 10 ранг. Есть две машины, Сузуки и Мерседес. Налично 30 миллионов. Но все равно у нас получается самый богатый лидер, это именно ФСБ. Ну, что могу сказать? Лидер вообще сидит в Деморгале. Понимаете? Лидер сидит в Деморгане. Больше всего хотелось бы посадить за лидерами криминальных организаций, потому что у них там капты происходят, у них там всякие разборки, криминал. И мне кажется, за ними больше всего был бы интерес посадить. Поэтому, если здесь будет много лайков, то в следующей серии, либо там когда-то, мы посадим именно за лидерами криминальных организаций. Я буду сидеть несколько дней и запишу для вас интересное видео. Поэтому, если вам интересна данная тема, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока-пока.